не учли развитие событий. Можно, можно играть. Падение признано нелегитимным. Еще одна атака команды Ганы, которая заканчивается точным ударом Асамоа Гьяна. 2-0. Ну, опять какие-то ритуальные пляски. Асамоа Гьян под занавес тайма. Ну, в общем, для трешечки команды Южной Кореи, а имеется в виду Квак Тхэкви, не стоило после того, как он на всей скорости вмазался во вратаря команды соперника, вот так вот